Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, я продолжаю рассказывать вам про игрушки Infinity Nada. И это у нас очередной волчок, который называется Super Whisker из серии Standard. У него в комплекте вот такая насадка, она вешается на веревку, которая натянута над ареной, и он сражается уже под ней. К сожалению, для России пока веревки недоступны, но я сделаю что-нибудь свое, придумаю и, конечно же, вам покажу. Ну что ж, вот такой синий классный парень в очках, давайте его уже откроем. А его аватар... Вот такой вот рыцарь. Рыцарь, который прям в сияющих доспехах. Будет круто. Давайте открывать. Смотрите, а вот здесь, кстати, скотча у него нету. Интересно. То есть у кого-то скотч есть, у кого-то скотча нету. Хорошо. Так, вот слишком они сильно заворачивают. То есть, зачем так сильно? Можно как-то по-другому. Она очень неудобно выравнивается. Но я думаю, все это не такая большая проблема. Так, хорошо. Хорошо. Так, что-то мне там не понравилось. Давайте открывать сам набор. Опа-па. Так, ого, ого. Хочу показать вам сразу насадку. Смотрите, она мало того, что и сам, ну, как бы и сама крутая, так она еще и вращается. Вы видите, что происходит? Очень круто сделано. Так, очередной синий ключик. Я сегодня буду использовать вот такой зеленый, прозрачный, мне он просто очень нравится. Так, это мусор нам не нужен, мусор мы уберем. Сам волчок. Вот такая зелененькая у него запускалка. Очень классная. И что? Вот он, Super Whisker. Вот такой у него крутой V-образный наконечник. Силовой диск, кольцо Марса синенькое. Давайте его разберем и посмотрим, что у него там внутри поближе. Сначала мы разберем, оценим V-образный наконечник. Вот такой он классный, интересный. Теперь мы будем разбирать его дальше. Оп, все легко, просто снимается. Оп, и разобрали. Смотрите, мне знаете, что интересно? У него... Опа, у него вот такой вот беленький... Центральная интегрированная ось вот такого белого цвета. Очень классно смотрится. До этого были у нас черные, а сейчас такая белая. Вот такой у него уплотнитель. Хороший. И кристалл Марса. Мне нравится он синий с такими, знаете, изумрудными вставками. Ну и вот такое вот металлическое кольцо. Аватар у него... Кто это такой? Кто это за аватар? Пишите в комментариях. Супер Whisker. Очень интересный волчок. Что ж, давайте приступим к обратной сборке. Оп. Зажимаем. Где аватар-то? Аватар потерял. Так. Оп. Надо поставить наконечник ему. И все. И вот он у нас готов. Очень классный. А его сегодняшним соперником станет у нас вот такой вот импровизированный Блейд. Вот такой у него наконечник, красный уплотнитель, кольцо Марса у него от Асписа и диск металлический, не знаю от кого, пишите в комментариях, от кого этот крутой диск. Ну что ж, я уже хочу посражаться. Давайте мы, конечно же, сейчас все подготовим к сражениям. Так, ну что ж, уже хочется запустить этого крутого парня. Оп, одного вставили. Давайте первым-ка я запущу Блейда. Очень хочется Блейда запустить первым. 3, 2, 1, надо! Надо! Ну все, Супер Whisker занял центр ринга, а Блейд вращается по кругу. Так, смотрите, но он не спешит атаковать, Блейд вращается по кругу, а Супер Whisker занимает центр ринга. И как-то странно, да, а Блейд с каждым разом то приближается, то отдаляется. Ну что, мы хотим увидеть удар. Так, вот и пошла атака от Блейда. Да, бои Infinity надо будем играть до одного очка. Так. Ого, ого,
Опасный момент. Сейчас будет. Мне кажется, супервискер в этом бою проиграет. Хотя, кто знает, кто знает. И сейчас все решится, друзья. Сейчас все мы решим. Хотя, может, и Блейд проиграет, непонятно. Опа, друзья, а у нас ничья в этом раунде, но это было очень хайпово. Что ж, сейчас я сделаю вообще мега-классную штуку. Попробую сейчас я заменить ему V-образный наконечник. Попробую-ка я ему поставить сейчас вот такой вот для веревки. А как пускать его на веревке, вы увидите уже в следующем ролике, друзья, не переживайте. Все будет, все будет. Вообще, мне просто интересно, будет ли он вращаться по этой арене с этим наконечником. Оп. Так, ну смотрите, прикольно. То есть вы его вешаете на веревку, и он у вас под веревкой вот там вращается. Пам-пам-пам. Но это будет уже в следующем выпуске. Так, давайте попробуем его запустить. Будет ли вообще работать, нет? Ого! Смотрите, ребятки, а можно играть и без веревки. Вот это круто, и так мне даже больше нравится. Так, сейчас я под... А, давайте, что, заново сразим или что? Крутяк! Ну-ка, тормозни-ка, брат. Слушайте, он может вращаться, это наконечники, без веревки. Может, у нас будет интересная сейчас битва? Кто знает. Ну что, 3, 2, 1, надо! Надо! Смотрите, он стал более динамичным боем. Так. Возможно ли, что у супервискера есть шанс? То есть, ну, веревка-то не нужна. Смотрите, можно и без нее поиграть. Смотрите, он словно убегает от Блейда. А Блейд маленький, такой юркий, и супервискер не может его зацепить. Вы представляете, как круто? Так, но нет, конечно, супервискер уже проигрывает. Хотя, может, и не проигрывает, сейчас узнаем. Да, проиграл супервискер. Но вы пока подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк этому видео. Пока-пока!